В целях улучшения здоровья жителей Шымкента реализованы масштабные проекты, созданы условия для получения населением качественных медицинских услуг. В этом году будет открыто несколько медицинских центров, а станция скорой помощи будет укомплектована 25 автомобилями. В целях улучшения доступности медицинской помощи детям в городской клинической детской больнице открыт новый корпус на 180 коек. Здесь работают отделения пульмонологии, неврологии, кардиоревматологии, педиатрии и детской стоматологии. Также в городской клинической больнице номер 1 открылось отделение сердечно-сосудистой и интервальной рентгенологической хирургии, кабинет стоматологии для взрослых. Также главный врач Шымкента прокомментировал введение масочного режима. Опасений как таковых нет, но нужно быть бдительными. Вы все помните, сколько раньше протоколов менялось, а теперь врачи знают, как быть, но нужно себя беречь. В городе введены масочный режим только в больницах и медучреждениях. Советуем в общественных местах носить маски. Также в этом году будет приобретено 25 единиц машин скорой помощи. В поликлиниках, оказывающих неотложную медицинскую помощь четвертой категории, планируется приобрести 14 единиц автотранспорта. Отметим, что в этом году на капитальный ремонт медицинских учреждений из бюджета выделено около 3 миллиардов тенге. Аружан Жиренбаев, Алмаз Данабекулы, новости.